Пользоваться электронными сигаретами в общественных местах на Ямале теперь нельзя. Депутаты окружного законодательного собрания в окончательном чтении приняли соответствующий законопроект. Он запрещает курить вейпы в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных комплексах, общественном транспорте, подъездах многоквартирных домов, парках, во время проведения массовых гуляний, а также ближе 15 метров от входа в железнодорожные, автовокзалы и аэропорты. Штрафные санкции прописаны в региональном кодексе об административных правонарушениях. Кроме того, сегодня на заседании парламента было принято решение об ужесточении уже действующего закона о продаже вейпов. Несовершеннолетние купить их не смогут. Продавец обязан потребовать паспорт.